Артем, если можно, для начала впечатление от матча с «Металлургом»? Хорошее впечатление. Такая игра с накалом. Но, конечно, по булитам обидно то, что проиграли. Контролировали, казалось бы, во втором периоде ход игры, уверенно так действовали. Как-то надломила шайба вот эта Кулемина? Да не надломила, просто как бы вот такие игры сейчас идут с «Металлургом» на момент, что там вот сегодня две шайбы было забито, в прошлой игре одна там. Булиты еще не надломило. Вообще «Металлургу» в трех матчах забросили одну шайбу. Это какая-то психологическая проблема или против «Кошечки» так тяжело играть? Нет, никакой психологической проблемы нету. Просто, ну, знаете, они так вот как-то вот, можно сказать, в откат играют, поэтому такая игра получается малорезультативная. Ну и, конечно, да, там Василий, очень хороший вратарь. Ну, и они также нам забивают не больше одной.